Я детектив. По сути, я человеческий детектор лжи. Да, ты всегда ищешь связи, не так ли? Это часть работы, Хитчер. Как эти бесполезные бьенкалы в «Не отпускай». Пропавшие и изнасилованные девочки — это не мусор для скрытия от туристов. Я невидимка, он хищник, его нужно остановить. Просто держись подальше от моей дочери, слышишь? Начинаю думать, что ты паук, рассказывающий обо всем этом. Это не игра.